Привет, друзья, с вами Сфогар 2, и сегодня я с моим другом. Поприветствуйся. Всем привет, ребята, я друг Данила, то есть Сфогар 2. Да, мы, короче, решили снять совместное видео, просто так, да. Это мы сейчас будем играть в Roblox. Короче, у нас такой челлендж, так как у нас в друзьях нету, короче, мы не в друзьях. Я должен буду найти тебя во всех картах, в которые ты зайдешь. Если я попаду на твой сервер, я добавлю тебя в друзья, и мы начнем играть. Так. На какую ты карту зайдешь? Так. Может, в режим ты имел в виду? Режим, да. Угу. Сейчас, я скажу. Ну, так. Короче, смотри, давай ты зайдешь сейчас... Нашел. Лифтинг-симулятор захожу. Лифт веселья, да? Лифтинг-симулятор, лифтинг. Ага. Стоп. Я короче, одну игру очень вспомнил крутую, на которой очень мало людей играют. И вот в нее можно зайти, это двое человек, и, короче, и там появится... Сейчас зайдем на любые это. Просто я по-русски пиши Орн. Орн. Это и у тебя будет это флаг стейл версиан Орн. Ну то есть там где картинка есть такая непонятная. На нее заходишь, это там где, короче, какие-то вещи нарисованы. И флаг стейт по-русски Орн напиши. Орн? По-английски. Ой, по-русски. Я написала Орн. И у тебя там будет непонятная игра, в которой это будет вещи в коробке. Заходи туда. Тихо, сейчас. Орн. В которой один человек играет. Вещи в коробке? Да. Там какие-то коробка какая-то и вещи. Так, сейчас. Сейчас, один человек играет, да? Ну да, я. Я ищу этот режим Орн. Мне дофига режимов просто дали. Дофига. Короче, тогда смотри, А ты по-русски... Дай, срочно поставь на паузу. Срочно поставь на паузу видео. Проблема возникла. У меня сестры, надо их угомонить. Так, смотри, карта, на которую мы должны будем зайти, знаешь, как будет называться? Орен пик. По-русски. В каком языке у нас? По-русски. Орен бик. Эта карта не работает. Блин, жалко. Короче, может другой режим, а то у меня нету ни этого режима, вообще нету. Я ищу его. Смотри, нету. Это пиши по-русски. ОРН. По-русски типа ОРН. Пиши. Ага, написал. У тебя вылезло мало, да, этих? Или много? У меня дофига режимов. У тебя есть островок для Видиса. Островок для Видиса? Для Видиса. А, для Видиса. Сейчас посмотрим. Я листаю, не могу найти. Ну, короче, пиши по-русски островок для Видиса. Ну, ты понял, где, да? Да, островок. Макдональдс. Да. Что тут Макдональдс сделает? Островок для Видиса. У тебя одна только, да, эта игра? А ты как думаешь, нет?
Нет, у меня не одна игра, у меня есть только Исландс. Исландс. Ну, допустим, Исланд, зайди туда. Посмотрим. О, как раз 9 лет, чтобы зайти. Что, ты зашел? Не загружается. Просто на этом проблема. Тут, На этом короче, проблема. такой прикол. Я, короче... Тут Макдональдс! Тут Макдональдс! Я не могу зайти, я не могу. Помогите. И тогда на какой сервер пойдем, там, где ноль человек играет? Я любая, короче. А ты пойдешь это в, короче, этот Гримасшейк симулятор? Гринашейх? Гримасшейк симулятор по-английски. Гримасшейх? Да. Ну, давай, сейчас тогда. Господи, музыка, мне надо музыку. Ай, меня сбили. Я сел на шпагат в Гримасшейк симулятор. Гримасшейк симулятор. Вот, я зашел. Как выключить звук? Как музыку выключить? Смотри, это а ты Как зашел? музыку? А у тебя какой ник? V296. О, так ты у меня в друзьях. Ну да. Так что, во что будем играть? В это? Этот, где шейх? Я Смотри. заходил в этот режим. Все, мне дали гримас-шейк. А что делать мне? Как мне? Что мне арендовать? Иди в Макдональдс. Какой нафиг Макдональдс? Ну вот, там, где на английский написано гримас. Ну я вроде в нем сейчас. Я не знаю, конечно, но я в нем вроде. О, привет, О, привет. вот. Здорово, пей гримас-шейк. Ням-няма. Я пею, пью, я пью. Вкусно, Ладно, все. вкусно, вкусно, супер А, ну вкусно. ладно, пойдем, что делать будем? Пойдем, что делать будем? Пойдем на тот дом заберемся. Офигенная идея, забраться на дом. Опа, холодосики у нас есть. Таня! Чё? Так ты ролик запустил, да? Да. О, А, киса! все. Киса! Киса! Кися, кися, кися и кися Квадратная! посреди. Квадратная киса! Это что? Это что? Нямка, ням-нямка. Ладно, пойдем, Дань, дай. Даня, пойдем. А, ну пойдем. Ну ты где? Я вышел, вот я тут А? прыгаю. А, здорово. Ты где? А что так темно? Ну на улице просто ночь наступила, не знаю, наверное. Ам. А я умер. Когда ты Братан! умираешь, ты больше не Братан, ты. это я! Пойдем в гримасата-шейк, там где-то, в туалет. Писить. Пойдем. Я первый! Я писить. Я первый. Я тут сру, не мешай мне. Все, я короче, покакал, пойдем. Да, я тоже покекал. Ням-ням-ням. Пойдем. Чего-то от этого гримас-шейка блевать хочется. Ой, что-то мне как... О! Акули! А чё тут всё Акули! фиолетовое?
Чё всё фиолетовое, ёлкин-палкин? Куда? Помогите! Мне плохо! Помогите! Ё-моё! Помогите! Мне где? Плохо! Я возле воды, я весь какой-то... Ну, я весь какой-то фиолетовое всё, или какой это цвет, говняный какой-то. Помогите! Да, я выпил гримасшейк, вот он в нём. Ну чё, давай, пейся! Гримасик, давай. Ой, извиняюсь. Привет, это я. Да, ты посмотри, как я бегаю, это я бегаю. Это ты бегаешь? А вот как надо бегать. Мне, да почему-то мне плохо стало, и всё. О, всё, пипец. А чё всё чёрное? Тачка, сбивай меня. Я под канализацией. Я в канализации. Я сдох. Заходи в Макдональдс. Это за гримасей. Папа. За гримасей. Дань, какой следующий режим будем? Не знаю. Давай какой-нибудь смешной. Давай симулятор канавы. Симулятор канала? Канавы. Мне звук выключить, помогите. Пацаны, можно? А, вот, у меня есть он уже. Братан, как звук выключить? А, ты нажимай на, короче, Escape Settings, и там у тебя будет volume. Нажимаешь, и все, у тебя звук пропадает. Подожди. Ням-ням. Ням-ням. Escape. Там акуля. Тебя убили, акуля. Да. Уйди. Уйди, я видео снимаю, Андрей, ёлкин-палкин. Ладно. Вот, дерево, надо пописать на дерево. Я это. Всё, я выключу звук. Да я опять сдох, ё-моё! Я поскользнулся на бананисе. Банани. А я сдох! Бананы. Опа. Я в канализацию. Вау. Братан, я в канализацию. Я в озере с акулами. Я с акулами в озере. А я видел, как пролетела акула, а еще я улетел куда-то. Меня акули убили. Меня тоже. Почему-то у меня руки отвалились. А у меня ноги с руками. А тут людей сбивают. Я упал на банане. Ладно, и так далее, и так далее. Пойдем в другой режим. Погнали в другой. А то это какой-то реально... Ну, хоть и смешной, да? Что-то есть смешное. Ну да, конечно, немного. Погнали в симулятор канала. Или твой, короче, режим. Да, короче, давай с каждой секунды становитесь старше. Каждой секунды становимся старше? Да, типа там мы сначала будем детьми, а потом будем бомжами. Эй, кто не знает, ну, короче, я умею битбоксить. Ну давай, тык-тык-тык-тык-тык. Я мужчина, я Сигма, я крутой, я Сигма. Сейчас все проверю, запись идет. Сколько там? Я, конечно, битбокс умею, но не прям хорошо. Ну не прям хорошо умею, но умею битбокс. Это битбокс. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Давайте кому на битбоксить? Кому-нибудь битбокс просто. Я дедом вообще стал. О! Здорово, дед Тимур. Ой, я дед. Это я, дед. Видишь, это я. Ой!
Какие усища! Смотри, какие мы усастые. Сейчас у меня Ой! Тима, смотри! Тима, смотри, что с нами просто! Ну, вообще, отмечили 163. О! Мне уже сейчас 100 лет. Все, мне 100 лет. А мне почти 100. Ну все. Уже 100. А мне тоже 100. Ну что, дед, пойдем, дед? Ой-ой. Пойдем обе пройдем. Вот, молодежная обе пройдем. Ой-ой. Ой-ой-ой, коляска уже, ё-моё, как забираться, коляска, ё-моё. Ой, братан, у меня тоже коляска. А какого хрена у меня ноги под коляски торчат? А у меня тоже такой вопрос, братан. А почему у меня это четыре ног? Первые ноги на тележке, а вторые под низами. А, я сдох. Ой, брата, ой, дедушка, вы меня старше, но я вас. Ой, все! Не мне знаю. 150 лет, и у меня такое лицо ржачное. А у меня тоже ржачное лицо 150. 160 уже. Ой. Ёлкин-палкин, я забраться не могу. Помогите. Ой, молодежь. Когда я сдох, мне уже 170. Мне уже 180. Мне уже 175. А мне 180. Ой, дедуля. А мне целых 180. Дедулю не уважаете, господи. Нас не уважают, а мы дедушки. Ой, что-то у меня лицо какое-то с языком. Ой-ой-ой. У меня тоже ржачное. Мне 200 лет, что со мной? Ты где? 200 лет? Да, сейчас мы ёлкин-палкин. Ты пипец. Ой, извините, пожалуйста, я случайно. Я не буду. Сейчас, подожди. Я случайно сматерился. Так. Сейчас нам это надо вот все пройти, ё-моё. Опа. Ай, ёперный кокос. Чё с моим лицом? Почему у меня 240 лет вообще? И почему у меня 4 пары ног? Первые ноги ходят, а вторые сидят. Почему-то... О! Я каким-то дедом непонятным стал, потому что у меня вообще все пропало. У меня сейчас тоже все пропало, я каким-то вообще стал, каким-то, не знаю. Я каким-то бандитом стал. Я стал вообще ведьмой, или ведьмой, ну ты понял, короче, Дань. Кому-то вообще почти 3000 лет. Кому-то 7000 лет, угу. Ой, я тебя увидел, братан, я тебя увидел. Здорово. Старые люди. Мы уже с тобой даже не деды. Мы уже с тобой черты. Мы с тобой бомжи. Нет, мы не бомжи, мы черты. А где мы тогда живем? Мы же бомжи. Ой, ёперный! Что со мной стало? Почему у меня? Что у меня с лицом? У меня тоже стало какое-то лицо. Мрачное такое. Короче, давай тогда заканчивать видео. Угу, окей. Ну чё, ребята, всем пока. Мы для вас видео сняли, всем пока. Давайте, бай-бай, карасики.